уже год, и мы за этот год уже неплохо показываем хорошие результаты довольно-таки. Мы стали чемпионами области, участвовали в чемпионате Украины, и в чемпионате области участвуем постоянно и являемся постоянно в тройке призеров. Наш клуб называется «Рингрупп», потому что у нашего президента Михаила Борисовича Маслова есть предприятие, у которого торговая марка называется «Рингрупп». Поэтому мы решили назвать так нашу футбольную команду. В чем отличие нашего клуба от других? В том, что в нашем клубе детки находятся на безоплатной основе. То есть дети приходят, занимаются, тренируются, представляют клуб на разных соревнованиях, но при этом родители никакие финансы не влаживают. Все это происходит благодаря Михаилу Борисовичу Маслову. Он постоянно с нами, постоянно на тренировках, переживает, поддерживает команду, постоянно находится на всех соревнованиях. Поэтому мы ему очень благодарны, и у нас общая цель — двигаться вперед и как можно больше достигать высоких целей.